Вот на этом чудесном мегаагрегате мы и поедем. В смысле, я и поеду. Правый руль, левостороннее движение. Волшебно. Кондёр бы поменьше. Что, что такое новый дуриан? Это, в смысле, не есть. Не есть дуриан в машине. Ну, да. Дуриан в машине есть, потому что он воняет. Не занюхал его? Так, он... видимо, съемка идет. Не мыхаете? Помойка воняет. А причем он усиливает свой запах. А вкус, ну, говорят, что он как по вкусу клубника. Давайте вспомним, как ездить на автомате сначала. Так. Проверим зеркала, Диме. Да. Может, ты внимательно новости слушаешь, вдруг что интересного скажешь. Не сиди вот так, пожалуйста. Я буду тебе направлять, что нужно поворачивать налево, ехать так. По левому краю. О, да, вот это у нас тормоз. Ой, как... А поворотник, ты посмотрел, где включается, что? Чего? Да я, Маш, слушай, я 5 лет на праворульных машинах ездил. Я к левому, мне к левому рулю привыкать надо, а не к правому. Хорошо. Короче, Дима, ты всегда должен ехать. Полево, полево. Парктроник пикает. Парктроник. Расстояние. Слушай, Дима, тебе простой совет. Представь, что ты все время на обгон едешь. Спасибо, Андрюшенька. Нормально? Нормально. Так. Знаешь, что ты все время обгоняешь, ты все время хочешь обогнать. По левой стороне. Да, по левой. Мы же в Японии практически. По левой стороне. Машину объезжаешь. Так. Ждешь, пока она проедет. Смотрим мы сначала налево. Налево. А, направо сначала. Направо. Вон туда, вперед смотрим. Все, и едем по левой стороне. Давайте вдоль машины. В эту часть острова сначала поедем направо. Право? Да. А мы не на канатную дорогу эту поедем? Или сюда мы всегда успеем? Но мы можем завтра туда поехать. Там тупить через 2 километра. Да, ну давай съездим туда. Ладно, поехали. Давайте потренируемся сначала туда съездить. Да. Так, тебе нужно всех пропустить с этой и проехать туда по дальнему кругу и туда. Помеха справа. Все, туда. Очечки туда. Все, сюда. А, очечки. На очечки. Нас береги. Таран-таран-таран-таран-таран-таран-таран. Че, спа? Там Маша, спа салон. Маша, сними, я еду по левой стороне. И пассажиры. Держится. Прикольно. Ты где едешь-то? Ты смотрел-то? А ты где едешь? Дима, внимательно, по левой стороне. На встречку не выходим. Смотрите, какая красота там спереди. Опа, там еще яма слева. Слушай, ну а что, нормально? Тут с поворотами разобрался. Где как куда поворачивать? Как по прямой ехать, я уже понял. Ой, тут такой лысый отельчик. А там для одни для эти лысых? Самые плавают. Так, одетые. Все, здесь тюпик. Вот, здесь порт, типа. Стоп. Порт Аликантуи. Давай на стоянке сворачивай. Как скажешь. Ну, все нормально, поворотник справа. Почему тупик, здесь там какая-то другая? Стоп. Смотри, вот пирс, можно с него попрыгать. Давай снимем пирс. Потихонечку, аккуратно поедем, вот такая чистая машинка. Ну, господа, теперь мы едем в обратную сторону. Ах, я же сейчас опять подкрадываюсь, короче говоря. Так, ну что ты, поворотник не пробовал включать? Тут прямо. Ну ладно. Ладно. Нам налево. Нам налево, ага. Нам по левой стороне. О,
Опа. Как я технично всех провез по этому? По прямой-то. Так, господа, надо остановиться и схему, со схемой свериться, куда мы сейчас едем. Главное выехать, а потом... Как же по левому стороннему движению ездить? Вон она как. Прикольненько. Я смотрела международные права. В коем веке по встречке, да? Поездить можно. Ну, Машина, правда, она русский посмотрела. То есть она, видимо, думает, что за фигня, мне разные права дали. Я себе международное это не делала. Да, на самом деле, и наши тоже международные. Просто вот то, что я делал, нужны для проката машин в некоторые страны и Европы, и все. И принимается везде. Ну и, соответственно, если заберут, то хоть те заберут, понятно, и позже. Не дай бог, конечно. Так, надо где-то припарковаться нам. Короче, надо делать подделку прав и ездить с ней по странам, да? Предупреждаю, это не я сказал на записи, это не я сказал. Так, где же нам припарковаться? Вон там дальше, видишь, парковочка. По правильной стороне еду, брат? Вот здесь, наверное, можно. Вот здесь, наверное, можно. Например, нет светофора. Светофора, как я понял, нет. Выключаем. То есть у нас помеха слева, то есть мы должны пропускать тех, кто слева.